Алло, алло, чатик, всем привет, кто подошел на стримчанский, с вами я, Таня, и сегодня мы продолжаем и, наверное, заканчиваем проходить и Гарри Поттер и Узник Азкабана. Я так посмотрела, вроде как мы прошли где-то половину, может быть, даже чуть-чуть больше. Вот, это с учетом того, что мы с первого раза будем собирать все щиты. Вот, потому что это не факт, что мы так будем, но у нас, в принципе, неплохо получалось. Вот мы, ладно, на самом деле мы два раза перепроходили, а мы будем, ну, а почему нет-то? У нас, я говорю, неплохо получается, неплохо. Вот, так что сегодня, думаю, допройдем. Вот, да, как-то так. Я вообще думала, может, Ведьмачка сегодня постримить, но думаю, ладно, надо добить уже третьего Гарика. Вот добьем третьего Гарика, и перед четвертым, наверное, постримим Ведьмачка, потому что уже по Герочке немножко соскучились. И вы, и я. Кристина, спасибо тебе большое за 7 месяцев. Спасибо огромное за поддержку тебе. Спасибо, спасибо большое. Четвертая часть будет четвертая, пятая, шестая, короче, ну, будут, если они запустятся. Ну, я сделаю все для того, чтобы они запустились, по крайней мере, постараюсь. Вот, планирую, да, планирую, вот все, у нас с вами такой вот небольшой марафон будет. Ну, как небольшой? Будет марафон, скажем так. Герыч завтра, я не знаю, посмотрим на состояние моей спины, будет завтра или послезавтра, посмотрим. Вот. Да, я как бы сегодня еще думала стримить, не стримить, думаю, ладно, постримлю. В принципе, я там полежала на иголочках, сделала зарядочку, вроде норм. Герыч, не сейчас все у вас тут. Да, это не то, о чем ты подумал, что у тебя представления странные какие-то. Герыч, это просто как Семёныч, ну, то есть Геральт, да. Вспомнил седьмую часть, проблевался. Так, а почему-то четвертая не проблевался. Четвертая тоже, говорят, лишь уныние ужасное. Ну, а и чё? Ну и чё? Ну и чё? Вроде у этих частей шансов больше на запуск, чем у первой и третьей. Ну, хз. Ну, у меня только проблемы большие с первой были. Со второй, с третьей, в принципе, норм. Да. Четвертая мне понравилась, между прочим, серьезно, Саммер. Да я смотрю, ты знатный извращенец. Ай, ты какой. А ну, посмотрим, вдруг мне тоже четвертая понравится. Arctic Fox, да, я в курсе. Я в курсе. Я все разборы полетов у Stop Game посмотрела, потому что мы засыпаем, блин, под разборы полетов, потому что смотреть нехрен, мы уже наизусть их знаем. И горжусь. А, ну, тогда ты еще вдвойне извращенец. Все правильно. Я так поняла, это вы извращенные, а не я. Я так не думаю. Я так не думаю. Мы нормальные! Нормальные! Да. Вот, короче, да, сегодня допройдем третью часть. Закончили мы с вами на том, что Рона утащили в визжащую хижину, и мы там в дереве, в общем, в дереве, ну, скорее в подземелье, да, у нас там получилось какое-то подземелье из Dark Souls. Ну вот, будем там сейчас лазить, смотреть пещеру любви. Вот. Так что да. Узник одна из лучших. А, да, Узник, игра прикольная, а фильм, ну, фильм мне нравится больше, шестой. На такие вот у нас делища, чатик, такие вот у нас делища. В общем, да, насчет завтра, я не знаю, посмотрим, будет стрим, нет. Это надо будет уже спрашивать не у меня, а у конкретно у моего позвоночного столба, так сказать. Да. Вот, я также, чатик, вам напомню, что у нас с вами есть спонсор, у нас есть спонсор стрима, у нас есть клавиатура замечательная от компании Опа. От компании Опа я не умею. Вот так. Mad Cats. Да. Вот так, минус уши у чата. Вот, чатик, механическая клавиатура, прекрасно выглядящая, замечательный, прекрасный подарок на Новый год. Если что, баннерочек в описании, все туда переходим, смотрим цену, если устраивает, берем вашим любимым задротиком на подарок. Я вот ей пользуюсь уже 4 дня, в принципе, я очень довольна. Вот, с мягким ходом и плавным нажатием. Так, Кейлор, кто рекламирует клавиатуру, не понимаю, я или ты, ты или я. Ну, в общем, мы можем вместе это сделать, но я тебе проценты не отдам. Вот. Чатик, ну, правда, хорошая, красивая клавиатура, может поиграться с расцветкой, как я уже говорил. Ой, сейчас новогоднюю вам покажу сразу, да? А как она называлась-то, новогодняя, не помню. Ща. Не-не-не, это не то. Это я ее так назвала, новогодняя. Нет, это тоже не то.
Ну, это похоже, но это не то. Блин, где она? Как она называлась? Была охеренная подсветка. Это тоже не то, это тоже красиво, но это не то. Это тоже красиво, но это не то. О! А? Ты прикинь, сейчас. Не, ну, по-моему, клево. По-моему, клево. Вот. Короче, да, может поиграться. Действительно хорошая клавиатура. И она не пластмассовая, блин, не пластмассовая, а железная. Так что, короче, на годы вперед. Чат, такие вот дела. Так что давайте по баннерочку внизу переходим, смотрим, затариваемся. Вот, ну а мы пойдем с вами в Узникальская бана. Да, с грузиками тяжело. Я не думаю, что... нет, она не... Она весит почти кило, потому что она, блин, железная. Зачем ей грузики-то? Все тут у нее и лапки есть хорошие. Лапки у нее, кстати, не скользят, все прекрасно. Рили красиво, я такое еще не видел, видишь, а? Когда отобрали галстук, у Гарика глаз ему подбили. В смысле, у Гарика, это, блин, слизеринский галстук. Ни у кого я не отбирала, мне его выдали в Хогвартсе. Вот, так что не надо мне тут. Все выдано было в Хогвартсе. В Хогвартсе. 109к. Ну, не 9, давай, там, 8 с лишним, между прочим. А сколько механика должна стоить? 3 рубля? 3 рубля механика. Если механика стоит 3 рубля, это не механика. Так, загрузонька. У Драко Малфоя. У Драко Малфоя мы когда отбирали, Николас подбили. Не-не-не. Так, а что у нас по звуку-то? Давайте что-нибудь заколдуем, чтобы проверить. Пока не можем ничего заколдовать. Ладно, погнали. Ну, может, конечно, наверное, чуть потише. Чат, потише сделать или нормально? Так, а что скелеты не поднимаются? Здесь в детстве, наверное, было стремновато достаточно. Вот этот скелет по-любому должен подняться. Вот мы сейчас эту фигню подвинем, они поднимутся. Депульса! Чат, если у вас нет денег, то вас представляет, я сделаю потише, ее покупать. Есть? Хочется? Покупайте, вас никто не заставляет. То, что у вас Жигуль по этой цене продают, можете Жигуль купить. Правда. Нахуй вам нужен Жигуль, я не знаю, если честно. Ну, можно, наверное, да. Правда, можно. Возможно. Нахера только? Так, ну окей. Блин, да тут как-то со звуком очень странно. Здесь, когда кто-то орёт, оно очень громко. А когда там заклинание пускается или что-то там, диалоги какие-то, то не очень громко. Это знаете, как в кино обычно любят наши делать так дубляж? Типа... разговаривает он не тихо, а спецэффекты там орут просто невероятно. Вот. Так, что-то похожее здесь, если честно. Ой, блин, сейчас если ты будешь... Саламандры! Ой, пожалуйста, только не надо этот. Когда ты будешь разлетаться, вылетать игра, ладно? Так... Лацус! Лацус! Угу, отлично. Лацус! Лацус! Ух ты! Гарри, тебе здорово удалось заклинание Глацус! Спасибо! Спасибо, но... Но мы еще не закончили. Ректусэмпра! Ректусэмпра! Так... Ты дорогой. Риктусэмпра! Прикрутишь звук на дементорах? Окей. Риктусэмпра! Нет. Думаю, с ними покончено. Найдем Рона. Это не так просто, как ты думаешь. Ну, если только в меню. А игру свернуть я не могу, это проблематично. Так, а что здесь нет ничего? А, ну вот. Алахамора! Алахамора! И что за спайлеры вообще?
Алло там. Так, ну вроде бы больше ничего нету. Про меня не могу. Конечно. Нет, как же, блин, тыковка. Гермиона, Гарри, тыковку подбери. С тобой все в порядке? Ох, я в норме. Только я не понимаю, как отсюда выбраться. Продолжай. Забей. Искать. А я посмотрю, получится ли у меня найти дорогу к тебе. Господи. Хермайна. Я за Хермайну играю. Очуметь. Гаррика оставили там внизу умирать. Так, спокойно. Ага. Мне нужно перебраться на ту сторону. Изи. У меня есть дракон. Дракон. Драконикон. Огненный дракон. Так, а бобы здесь есть где пособирать, нет? Я вижу там за стенкой бобы чат. Ты знаешь, да? Мы без бобов не уйдем. Оп. Погнали. Типа секретка. Я практически профессионально уже летаю за дракончика. Там один боб где-то есть. Вот он. Все, а что внизу есть? Ничего. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Рили, ничего, да, нету? Печалька. Включить вторую мышь и вывести ее на второй монитор. Зачем? Во-первых, ну, я понимаю в теории зачем, но типа это нихера неудобно. Во-первых, вдруг у меня нет второй мышки. Да и в любом случае игра в таком случае свернется, и когда она свернется, я не смогу в нее нормально зайти. Дело не в том, что я именно свернуться не могу, свернуться я могу. Но ничего хорошего из этого не получится. Блин, Гарик, а тут два замка. О, нет! Заперто! Я могу два раза просто наколдовать. Гарри! Гарри! Курсор один будет управлять. Ну, да. Я же шестую мышку поменял. Предложим. Да, я вот лоджитековской пользуюсь. Норм вроде. G703. О, господи! Надеюсь, нормально. С Роном все в порядке. О, мы кататься будем. Алахамора! Клаву можно купить из Украины через тот сайт? Ой, я не знаю, есть ли у них доставка в Украине. Но я думаю, что в принципе и в Украине эта клава есть. Надо посмотреть. Блин, я не помню. Ну, я в конце стрима посмотрю. На сайт зайду. Ну, по идее, не знаю. Может, доставка есть, но там будет очень дорого. Доставка в Украину из РФ всегда дорого. Алахамора! Оп. А, я думала, сейчас упаду куда-нибудь. А нет, это Spotify! Сегодня спросил Артура, какая у него мышка. Если мышь отанесует более пятерки в МСК, то артуровская в пределах 4. Ну, я не знаю, у Артура проводная какая-то. У меня же беспроводная, она сейчас просто заряжается на проводе. Тогда она беспроводная,
У тебя же с грузиком тут тоже. Не знаю, обычный, ну, как бы, нормушка. Я уже долго ей пользуюсь. Но вот у Тёмы, кстати, точно такая же. У него вот здесь вот она протерлась. Вот тут. То есть здесь такая вот прорезиненная штука идет. Вот она у него протерлась. Не знаю, как там Тёма мышку сжимает. У меня-то рука, что там той руки-то? То и можно как с проводной, так и без провода. Ну, на проводе она заряжается. Без провода она как бы, ну, без провода и без провода себе. Мышка нормальная тема. Вроде, не знаю. Ничего плохого про нее сказать точно не могу. Вот. Ну, кроме того, что у Тёмы она протёрлась. Там тупо дырка практически. Я же говорю, это как надо мышку сжимать. Депульсо! Алахамора! А вот клавиатура, Mad Catz, очень хорошая. Тут ничего не протрется. Железная штука. На года просто. А, сейчас как прорекламировал, аж самой понравилось, да? Сейчас, ну, стример Магет умеет. Нативочка. Алахамора! Депульсо! Ну что, было весело? Там Рона, блин, жрут вообще-то. Алло, весело. Надо помочь Рону. Рон умирает. Говорит, было весело. Нормально вообще. Пойдем похаваем, может, еще. Я там печенье насобирал. Это ужасные звуки. Зачем их делать настолько громкими, черт возьми? Блин, как в детстве здесь, наверное, обосрака была. Страшно. И опять я покалкался от дементора что-то делать. Тут не было дементора. У меня для тебя плохие новости, пожалуйста, обернись. Возможно, он просто сзади тебя. У нас здесь дементоров не было. О, здравствуйте. Опа. Может, Рона там и не режут. Может? Как ты думаешь, Филихал, что здорово. Это такое? А лестница? Я не уверена, действительно, не могу утверждать, я не специалист по лестницам. Надо подумать. Ну, действительно, лучше как бы не спешить с выводами. Потому что, скорее всего, это может оказаться и не лестницей. Какое странное сооружение. Что орать-то? Так, где самая низенькая? Да, самая низенькая. Так, значит, мы тебя толкаем сюда. А, ну все, она толкнулась уже. Алахамора! Ну давайте, вставайте уже. Алло, А чё они не встают-то? А они не встают, потому что они знают, что я знаю. Но они не знают о том, что я знаю, что я знаю. Чё-то я запуталась. Ну ладно. Так, подожди, а как тебя? А, ну все правильно. Чё я? А в смысле, чего нет-то? Депульсо! А, ну да, все правильно. Депульсо! 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 Депульсо!
знакомиться была кривая звука первого Гарри, где это звучало как Аллахумора. Какой только озвучки в Гарри Поттера не было, мне кажется. Так, что здесь? Все? Так куда ты полез? Подожди. Вдруг здесь что-то есть? Здесь что-то может быть? Здесь нет ничего. Ну и ладно. Опа. Тут карточка. Плохое место, плохое место. А где собака? Это не собака. Это не прогрузившаяся текстура. Экспеллиармус! Не бойтесь, Сириус Блэк не тот, за кого вы его принимаете. А Короста вовсе не крыса. Это волшебник по имени Питер Петтигрю. Что? Петтигрю, блин. Смотри. Корм. В честь корма назвали для собак. Я все объясню. Блин, он даже здесь мерзкий. Петтигрю анимак. Твоих родителей Гарри предал не Сириус Блэк. Это сделал Петтигрю. Питер Петтигрю не только выдал Джеймса и Лили Поттеров Волан-де-Морту. Он также оклеветал Сириуса Блэка, сказав, что тот шпион Волан-де-Морта. Все сошлись на том, что Петтигрю следует забрать в Хогвартс и передать его в руки профессора Дамблдора. Но загадки этой ночи еще не закончились. Профессор Люпин, что случилось? Да блин, ваш странный тыквенный сок просроченный. Капец, у него страшная текстура. Он убил Рона Визгли. Очуметь. Сириус, Петтигрю исчез. Он превратился в крысу. Я, кстати, не знал, что Петтигрю был анимагом. Как он там? Так, в смысле, все мародеры анимагами же были. Из-за Люпина. Профессор Люпин? Оборотень? Не, он прикалывается. Похоже на собаку. Наверное, это он. Иди помоги Сириусу. Я позабочусь о Роне. Монстр. Да-да-да. Оставьте его в покое. Он ни в чем не виноват. Ой-ой. Так, надо, да, потише чуть-чуть сделать нам. Алоэ! Я не слышу теперь никого. На долю секунды Гарри показалось, будто он видит какого-то человека, который пытается ему помочь. Неужто это и вправду его отец? Что? Нет, это невозможно. Гарри, с тобой все в порядке? Не очень. Что стряслось? С Сириусом все в порядке? Где Рон? Мадам Помфри сказала, что с Роном все будет в порядке. Ему просто нужно немного отдохнуть. К несчастью, Сириус Блэк поживает не настолько хорошо.
Он заперт в высокой башне. Скоро его передадут дементорам. Я никак не могу этому помешать. Но он ни в чем не виноват. Думаю, это правда. А теперь все решит время. Но... Маховик времени. Маховик времени? Сегодня ночью можно спасти сразу несколько жизней. Я хотела все вам рассказать. Ну, как-нибудь. Маховик времени одолжила мне профессор МакГонагал. Я пользуюсь им весь год, чтобы иметь возможность посещать дополнительные занятия. Все понятно. Мы можем воспользоваться им, чтобы вернуться и спасти Клювокрыла. А потом полетим на нем к башне и спасем Сириуса. Только надо быть поосторожнее, чтобы нас не заметили мы сами из прошлого. Гарри, у меня есть приблуда, которая может переместить нас во времени. Я пользуюсь ей уже весь год. Я сказала, все понятно. Вот это друг, никаких лишних вопросов. Слишком тихо. Ты уверена, что мы перенеслись в нужное время? Так, невидимые стены. Что-то Dark Souls'ом повеяло тогда. Гляньте, это же Клювокрыл! Прекрасно! Теперь давай придумаем, как до него добраться. Надо придумать, как поднять эту платформу. Я тут там на ней постою, а ты думай. Понимаю. Депульсо! Отлично! Эту плитку можно заколдовать. Отлично! А теперь осторожнее. Да, верно. О, нет! Дверь заперта! Что ж, отсюда должен быть выход. Депульса! Опа, я тут пожру, посижу пока. Драконий порт! Так, ну полетели. Меня всегда удивляло, почему... Гермиона со своими знаниями трансфигурации никогда, ну, не захотела, короче, выучиться на анимага. Типа, она же там вообще в трансфигурации шарит. Я не помню, в книге наверняка что-то об этом говорилось. Но я уже, честно, плохо помню. Анимагом можно стать? Нет, не врожденная способность. Ну, типа, это очень-очень сложный вид трансфигурации, скажем так. И там, типа, нужно до хера времени, чтобы это изучить. Так, а что мне там поджечь? Надо вас перевод. Да, мародеры же выучились. Ты открыла дверь. Чтобы Люпину не скучно было. До нее не достаю. И как? Помогло? Отлично. Я посмотрю, что там. Да, мародеры нелегальные, они маги. Черты, короче. Да. Как и скитер, в общем. Смотрите, олень вообще. Олень какой-то, собака блохастая, крыса и оборотень.
Кайф. Компания вообще супер. Там же вроде на становление анимага, когда сложный ритуал с активацией был, что типа взять, запечатать запчасть от животного, куда-то пойти в какое-то время, что-то проколдовать, как закончишь, сможешь превращать. Я, если честно, не знаю таких подробностей. Не знаю. Гарри! Алахамару там не видать? Да, отвали ты! Я тут, видишь, бобы собираю. Гарри, какой там патрон? Патрон из нас, твою боже мой, олень. Привет! Отлично, нечего сказать. Теперь батьку. Мы оба здесь застряли. Ну, в смысле, тут вот, видишь, домашки есть. Опа! Кролик нужен. Риктусемпра! 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 Этого кролика можно оживить. Да чё он сдох-то? Депульса! Опа! Иди сюда. Лобифорд! Подожди, я тут... Ладно, сейчас, подожди. А, тут уже всё. Я поняла, да. Лобифорд! Опа. Кроликом в разы сложнее управлять, чем дракончиком. Блин, тупо неповоротливый. Драконом так можно стать или как повезет? По-моему, ты не выбираешь себе форму, в кого ты там превратишься. Опять же. То есть, ну вряд ли, блин, Педигрю вот хотел он. В крысу превратиться. Хотя, может, и хотел. Я не Мы знаю. Или, блин, Поттер в оленя. Такой, бля, оленем хочу быть. Все равно меня Лилька, говорит, постоянно оленем называет. Буду оленем. Норм тема, да? Депульсо! Депульсо! По жизни крысой был. Ну да, наверное, поэтому, в общем-то, и превратился в нее. Алахамора! Ну, там ты не хочешь открыть все-таки этот сраный замок, нет? Алахамора! О! Не, подпрыгнуть на ящике нельзя, он не допрыгивал. Гермиона, подожди здесь. Я схожу, узнаю, пора ли спасать Сириуса. Сириус, тебе уже пора спасать или нет? Эй! Прибывая под воздействием маховика времени, Гарри поспешил к озеру. Ему нужно было узнать, кто сотворил заклинание Патронус, спасшее его от дементора. Дементоров. Неужто и вправду ему на помощь пришел отец? Неужели это Джеймс Поттер сотворил заклинание, которое спасло его сына? И тут Гарри понял. Он видел не своего отца, а себя самого. Экспекто патронум!
О, норм тема. Нифига себе, гирлянда. Дорогой. Ты олень, Гарри. Звук надо включить. Ну надо же! Ты сотворил заклинание Патронус и прогнал всех дементоров! Это очень-очень мощная магия! Я знал, что у меня все получится, потому что оно уже получилось. По-моему, это звучит странновато. Гарри, нужно спасти Сириуса и вернуться обратно в больничное крыло, пока нас никто не хватился. Отлично! Идем! Что-то, да я что-то смотрю, что тоже как-то очень быстро события развиваются. Но если что, мы сейчас с вами купим четвертую часть. Начнем четвертую. Алахамора! Но как? Как? Сириус, нужно уходить, за тобой скоро придут. Быстро! Как мне отблагодарить? Мы непременно увидимся. Гарри, ты настоящий сын своего отца. Новость о побеге Сириуса Блэка разнеслась по школе со скоростью лесного пожара. Никто не мог и представить, как ему это удалось. Гарри, Рон и Гермиона решили помалкивать о том, что узнали. Кроме того, наступил день экзаменов, и далеко не все были к нему готовы. Рон, я не представляю, как ты будешь сдавать экзамены. Ты же вообще ничего не знаешь. Я? А сама-то? Сама-то сколько копалась в книгах, чтобы защитить Кривокрыла? Рон, вот гадость-то. Мне, пожалуйста. Да, во время учебы я использовала маховик времени. Конечно же. Я ведь хочу получить все высшие баллы. Как из башни спустились. Она что, все на свете знает? Рон, у меня плохие новости. Экзамен по Карпер и Трактум ты будешь сдавать первым. Пойдем в кабинет профессора Люпина. Понимаю. Ну что, пойдем на четвертый этаж. У нас еще экзамены, чат. Или воспользуемся тайным ходом? Так, пойдем по лестнице. Я хз, там, может быть, какие-то эти поищем тут. Бабиль. Еще карточки покупать. Некоторые части можно пропустить. Не-не-не. Иди сюда. Нельзя. Что это за прохождение вселенной Гарри Поттера, если мы будем пропускать какие-то части? Не-не-не. Не работает. А вот и я. Твой Демид! О, нифига себе, какие люди. Здравствуйте. Спасибо большое за 45-й. Подписота. К Тане. Кстати, не знаю, кто играл молодого Сириуса в фильме, но актер очень был похож на Джонни Деппа в молодости. Ну, Гарри Олдман играл. Подожди. Сириуса в фильме. Молодого Сириуса. Молодого Сириуса. А, молодого — это когда ты имеешь в виду этот...
во флешбеке, когда мародеры там с Северуса штаны стягивали. Спасибо большое, спасибо тебе огромное за переподписку. Ага, блин, я уже не помню, как там актер выглядит, если честно. Так, что здесь нет ничего? Эта дверь туда? Выполняют практикум по Драконифорсу и Лапифорсу. Ну что, Гермиона, хочешь проделать это еще раз? Не-не-не-не. Пожалуй, не надо. А, у Фреда надо купить. Думаю, нам стоит купить пароль у Фреда с Джорджем, чтобы взглянуть, что там за этим портретом. Люмос! Да, мы тут, видимо, уже все сделали. И здесь сделали, все сделали. Звучит, конечно, да. Ты парень стягивали штаны с третьего. С четвертого тогда уж. Алакамора! А чё не надо? Замечательно! Что, даже карточку сюда не приложили? Капец. Как они могли-то? Ну вот мы и здесь. Ром, эй! Ты как, готов к последнему экзамену? Вам кажется, что мне нехорошо? Что? Удачи, Рон. Встретимся во внутреннем дворе после экзаменов. Пока. Если я не вернусь, считайте меня маглом. Сейчас обидно, конечно, прозвучало. А, Рон, ты готов приступить к последнему экзамену? Ну, на самом деле... Ну что ж, тогда начнем. Боже, я вспомнил. Вот этот момент я ненавидела в детстве. Трудный. О, нет, это сраная башня. Жопы. Опасный? Чтобы заработать. Это башня жопы, чат. Ты должен собрать все 5 щитов. Приступай, Рон. Желаю успеха. Вот эта башня жопа. Я помню, в детстве у меня жопа горела. Ну ладно, и возможно сейчас, когда мне 26, я смогу это пройти нормально, да? Правда ведь? Чат. Я ведь смогу. Карпе ретрактум! Так. Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Угу. Это где открылось-то? А-а-а. Я вас понял. Карпе ретрактум. Или нет? Где этот сраный щит? Щит. Где он? А, ну вот. Так, первый есть. Карпе ретрактум. А дальше-то куда? Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Смарт, здорово. Де пульса! Блин, и все? А, де пульса! А теперь все. Карпе ретрактум.
Так, ну тут понятно нам все сюда. А что еще здесь? А, там вообще наверху есть. О, нифига. Так, тут сохранение просто. Бля, как нам наверх попасть? Карпе ретрактум! Так, а это как это? Карпе ретрактум! Это было близко. Рикку центра! Бобы, я вижу вас. Алохомора. Депульса. 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 Опа, щит наверху. Депульса. Серьезно? Депульса. Почему здесь это же? Депульса. Ладно. Так. Где? Твой монстр. Сальво Жо Зизек. Спасибо тебе большое за 3 месяца. Славо Жо Зизек. Славо Жо Зизек. Я как американец разговариваю. Может, не очень с любимым, так что-то да. Спасибо тебе огромное, спасибо большое. Извини меня, пожалуйста. Спасибо тебе. Славой Жижек. А что такое них? Спасибо тебе огромнейшее, спасибо. Что-то на польском, может быть. Депульса! 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 Спангифай! Так. Иди. Алохомора! Понял? Рикту Семпра! 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 Киллер, да, я поняла. Де пульсо! Де пульсо! Всё? Эй! Де пульса! 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 Де пульса!
Так, вроде все. Так, остался один щит. Что? Депульса! 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 Ха-ха! Вращающиеся платформы. Обожаю. А что, сохранения не дают, да? Ну, правильно, нахер они нужны тут. Но я хоть отсюда начинаю. Да ёпарш ты! Угу. Да ладно, мы прошли быстро Кейлор со второй попытки. С третьей. Смарт, спасибо тебе огромнейшее за 5 подаренных подписок. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное тебе за поддержку. Спасибо. Спасибо большое. Нет. Куда нам столько тыкву? Да у Уизли потратим все там. Уизли. Уи-уи. Уи. Депульса! Карпе ретрактум! Так. Карпе ретрактум! Нет! Ах ты скотыняк, а? Алохамора! Риктусемпра! Риктусемпра! Люпин, вот же ж крыса! Риктусемпра! Лен крыса! Риктусемпра! Риктусемпра! Ну и чё? Карпе ретрактум! Бляха. Спанги! Карпе! Карпе ретрактум! Ладно, хотелось щитрить. Карпе ретрактум. Не получилось. Так, и чё дальше-то? А, ну я идиот, я знаю. Спонгипай. Карпе ретрактум. Элудия. Смарт, спасибо тебе большое еще за одну подаренную подписку Максиму. Спасибо тебе большое. Спасибо. 99-е, между прочим. Спасибо. Привет, уродцы. Че, ля-ля, они там заговорщически переговариваются. Такс. Почти действует почти как 6D. Да. Результат такой же. Ха-ха-ха.
Ой, нет! Нормально, короче. Итак, справились. Ей! Смарт, спасибо тебе большое за сотую, подаренную подписку на наш канал. Отлично сработано, спасибо огромное. Высший балл. Ты превосходно освоил заклинание Карпе Ретрактум. Спасибо, профессор Люпин. Та-та-та-та! Мисс Грейнджер, надеюсь, вы готовы к последнему экзамену? Конечно, профессор МакГонагал. И все благодаря маховику времени, который вы мне одолжили. Этот практикум несколько труднее, чем все предыдущие. Хотите получить отличную оценку? Соберите все 5 счетов. Я юбилейный. Можете начинать. Да. Так, ну ладно. Спасибо, что не на время, как говорится. Только что пересмотрел нарезку с первых частей Гарри Поттера от Артура, а тут на Твиче такие радости. Да уж. Радости! Но я автоматово не верю, может по пальцам за 5 лет пересчитать, и отлично. А нас тоже автоматы особо никогда не ставили. Тане надо гордиться, Артур знаток. Игорь с PS1 так и не прошел вагонетку с первого раза. А мне-то что гордиться? Я ее тоже с первого раза не прошел. Депульса! 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 Че вообще, ладно? Я не очень поняла, что я сделала, но пусть будет. Депульса! 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 Че они мне бобы не хотят дать, да? Ладно. Ты же помнишь, что Дема по тесту исхапал Пафа? Да блин, да. А, ну вот что поделать-то? Что ж ты будешь делать-то? Депульса! Драконий пост! Угу. Чё, время? Да уж, теперь будет непросто. Тут на время? Драконий форс.
Окей. Да блин, вы же прикалываетесь, да? Надо же собрать все. Как я успею? Я не успею все собрать. Кошка, ты драная. Забей на... Ты что такое говоришь вообще, Владислав? Забей, говорит, на сладости. Ты чё? Да уж, теперь будет непросто. Драконий порс. А, подожди. Может быть, нам нужно теперь опять сюда встать? Нет. Видимо, нет. Ладно. Драконий порт. Не успею, да? Или успею? Успела. Та ёпарасе те, сука. Это было неплохо. Так, нет. А как этот достать? Не-не-не-не-не-не-не. Мне нужен еще один щит. А как мне его достать? Он вообще... А как?
А я не знаю. Бомбарда! Я не очень понимаю, Риля. Как мне тут щит достать? Назад? Где наверх? Там что-то на крыше непросто. Есть, да? Дракониборс. Ладно, вкусняшки соберем. Драконипор. Так. Ей! Изи. Ух! А чё там? Драконипор! А, я тут уже зажгла все. Мисс Грейнджер, вы сделали все безупречно. Именно этого я от вас и ожидала. Спасибо, профессор МакГонагал. Жаль, что семестр закончился так быстро. Столько всего еще хочется изучить. Мисс Грейнджер, я настоятельно рекомендую вам успокоиться. Хе-хе. Гарри, вы готовы к последнему экзамену по заклинанию Глацу? Да, Костя прошел. Я готов, профессор, который не сдали. Замечательно. Что ж, правила вам известны. Чтобы получить отличную оценку, надо найти все 5 щитов. Блин, ну сейчас будет жестко. Вот тут, блин, наверное. И Гарри, учтите, экзаменационное задание труднее обычного. Да-да-да. Желаю удачи. Тут сейчас будет жопа, наверное. Щиты будут разбросаны по вот этим вот. Сью, сью. Блин, тут вообще кербабы соберешь. Бляха. Я как знала, что так будет, ну. Я как знала. Гарри, вы готовы к последнему Я экзамену? Готова, можно дальше? А.
Рикту Сэмпра! Депульсо! Депульсо! Что-то уже изи два щита. А, понимаю. Что-то музыки нет. Рикту Сэмпра! 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 Неправильно заклинание действует. Рикту Сэмпра! Блин, что-то у Гарика вообще изи пока. Рикту Сэмпра! 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 Нет, что-то они не открывают. Автоматически. Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Рикту Сэмпра! Моль поубивал. Исправился. Потому что дедушка Дамблдор сказал, что надо, чтобы сдал. Да-да-да-да-да. Точно-точно. Дедушка Дамблдор знает, конечно. Чумей идет, это класс. Вот это я люблю. I like it. Ну, Дамблдор, короче, не жадничает, да. Поттер вообще на изичейшее задание. Вообще делать нихера не надо было, чат. Вообще ничего делать не надо было. Отлично, Гарри, поздравляю. Ух ты, даже не верится. Да. Гарри, мне было очень приятно преподавать вам уроки заклинания. Мальчик мой, у вас великолепные способности. Просто великолепные. Естественно. Проплачено получилось, естественно, блин, у него там золото до хера. Я рад, что вы пережили последний экзамен. Скажи, это Рону. Это было здорово.
Говори за себя. Мне теперь долго будут сниться кошмары. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Так, блин, мне нужно еще полеты на гиппогрифе что-то закончить. И купить кучу всего. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Да, есть. Приступайте к работе. Где там полеты на гиппогрифе? Гиппогриф. Нам нужно сдать чат. Срочно. Блин, я помню, что здесь секретка есть. Здесь, по-моему, Spotify. А как его активировать? Может, наверное, щиты нужно сделать. А гиппогриф улетел. В смысле? Алло, там? Нет, все нормально, надо сдать. От меня, уйди, женщина. Хермайна, ты опять там запуталась. Угу. Опа. Депульсо! Ага! Алахамора! Ничего себе! Чё ты тыля? Видишь? Память-то какая, а? У стримлера, когда вот надо. Полеты на гиппогрифе. Не, шкафы больше не делались. Я ж попробовала. Коржик, ну что ты такое говоришь-то, а? Как тебе не стыдно-то? Стыдно должно быть, стыдно. Погнали, чат. Полеты на гиппогрифе. Привет, все, он Гарри. Здесь, в Хогвартсе живет. Все пришел хорошо. Еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Да. Хорошо, Гарри. Даша тут сгорела знатно. Могу поверить. Получилось! Блин. Получилось! Так, ну, как минимум второй уровень мы прошли. Молодец, Клювокрыл! Алло, в смысле Клювокрыл? Это я тут Клювокрылом командую.
Так. Отлично, Гарри. О, еще и карточку дали. Я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Спасибо. А где-то я украл, что ли, да? Четвертый уровень самый сложный. Ну, сейчас, давай, сейчас посмотрим. Удачи тебе, Гарри. А можно так громко не делать-то? Хороший мальчик. Хороший мальчик — это собака, блин. Не клювокрыл. Молодец, клювокрыл. Хороший мальчик. Блин, пропустили. Хорошо. Стукнулся. Хорошо. Хорошо. А вот я. Твой монстр. Драгонтит, спасибо тебе огромнейшее. Спасибо тебе большое за переподписку. Я не помню, сколько месяцев. Сейчас долечу. Посмотрю. Спасибо тебе огромное. Есть! Так, все отлично. А, за 11-й. Спасибо тебе большое за 11-й месяц. Ух, хорошо, хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо тебе большое. Так, ну сейчас самое сложное пойдет. Отлично, Гарри. А вот я тебе сейчас дам карточку. А я вот сейчас тебе дам точка. Не хотелось бы. Удачи тебе, Гарри. Так, ну мы на киберспортивной клавиатуре. Чат должно пройти. А вот я. Твой монстр. Это кто там, агроном рубил? Я не вижу. Я посмотрю, когда летим. Спасибо большое в любом случае. А, я уже все пропустила. Спасибо. Спасибо огромное. Ура! Да, это был агроном. Спасибо тебе большое. Есть! Не, мы не пройдем, скорее всего. Хороший мальчик. Получилось! Уже три кольца пропустили. Это ГГ. Хороший мальчик. Алло, поворачивай. Какого хрена? Он тупо туда не поворачивал, это невидимая стена. Есть! Чё это сейчас было за подстава? Окей. Вот опять, чё это такое? Это нечестно. Сраный Хагрид. Хороший мальчик. Блин, нам не хватило. А, нет, все хватило. Уу, изи! Ровненько 4900, да? Ей. Спасибо тебе большое. Спасибо большое за переподписочку. Спасибо. А в смысле? А, ну да. Отлично, Гарри. А вот я тебе сейчас дам карточку. 5000 даже, да, последний, оказывается, тоже считается. Четенько. Четко.
Так, ну давайте последний. Удачи тебе, Гарри. Ты как будто со мной прощаешься, Хагрид. Что ты там придумал? Хороший мальчик. Хороший мальчик. Я твой монстр. Получилось! Пропустили. Твой монстр. Что ж такое-то, а? Хороший мальчик. Есть! Я могу лететь? Что-то не очень, да? А, 5600, ровненько, чётенько. Хилихел, спасибо тебе большое за 33. Ладно, пусть только уведомление сгинет. Спасибо тебе большое. Том Хэттед, спасибо. Спасибо тебе молодец, большое за подаренную подписку. Аскер 21, спасибо. Все 5 карточек. Захотишь, все с первого раза пройдено, может, чат, ты понимаешь, да? Еще ты понимаешь? Очков. Чат пытался отвлекать меня подписками, у него ничего не получилось. Изи просто, с первого раза все пройдено. Чётенько, я просто как бы умею летать на гиппогрифе. Понимаете, это, ну вот, когда я не стримлю, вы думаете, чем я занимаюсь в эти дни? Я летаю на гиппогрифе. Ей. Изи, изи просто, изи. Так, ну все. Удачи тебе, Гарри. А, куда я опять полетела? Зачем? Он мне карточек больше не даст, да? Ну ладно, придется еще раз пролететь. А, еще и, блин, и этот уровень, ну ладно. Ну, чат. Ну, это типа, теперь просто поразвлекаться. Я нечаянно. На бис, так сказать, да. Да сейчас не пройдем, прикиньте. Ну, конечно, все равно карточку не даст. Ну, так, ладно, надо пройти сейчас. Хорошо. Все. Сейчас мы не просим, все пропустили. Есть! Я не знаю, как хочешь, вниз спускайся. Слышишь, ты птица сраная. Как Клювик взмахнул крыльями, надо щелкнуть правой кнопкой мыши. Чтоб Клювик крыльями махать перестал, надо правую кнопку мыши отпустить. Ляхать вниз, сука пернатая.
Бляха, нет, не будет идти вниз. Вот тут вообще несправедливо, он тупо туда, кстати, летит. Вот это мне тоже нравится. Где он тут стал такой? Вот он как бы тоже нет. Он просто не поворачивает туда, ну типа невидимые стены какие-то. Это же нечестно. А кого это волнует, да? Вот видите? Вы видите? Так, ну здесь мы проиграли. Но мы уже один раз выиграли, мы тут типа летали на челе, да? Он просто туда не хочет. Ну да, ну вот так бывает. Ох, Гарри, вот же не повезло. Я уже все прошла и все сдала у тебя. Все. Так. Невидимый мост, как в ремастере GTA. Че там? Ух, он вас скинул просто или что? Так, теперь нужно нам к Фреду и к Джорджу выкупить всякое говно. А где они там обитают? На 8-м этаже, по-моему. Так. Опа, пивес. Хана тебе. У нас семестр закончился, я вообще что угодно теперь делать могу. Его доспех раскален до красна. А, гнусные детишки, хотите поиграть? Я сейчас с тобой поиграю. Риктусэмбра! Лацус! Вали отсюда, Потти! Риктусэмбра! Лацус! Мерзавцы, гады! Риктусэмбра! Так нечестно! Конечно! Риктусэмбра! Эй, осторожнее! Риктусэмбра! Лацус! Так ему и надо. Молодчина, Гарри. Спасибо. В общем, мне понравилось. Сволочь мстительная. А мы случайно не перестарались? Не волнуйся, скоро он продолжит над нами издеваться. Я слышу бобы. Алакамора! Депульсо! Гачи пивос. Да-да-да. Так, на 8-й. Эй, Гарри! Отвянь! Треска. Звездный свет. О, Артуна, Гарри, майор. Иди сюда! Алакамора! Опа. Тут если мы хотим узнать, пароль, что за этим портретом, нужно купить пароль в лавочке Фреда и Джорджа. Депульсо! Вау. Прикольно. Так, а где они там торгуют-то? Депульсо! А, ну мы здесь уже были. Так, ребята, у меня 3000 бобов. Я готова. Привет, Фред. Привет, Джордж. Здорово. Никто не знает, что будет, если воспользоваться этим паролем. Но ты же не боишься риска, не, а, Гарри? Давай, 10, блин, этих. Лады, покупаю. Ну ладно. С помощью этого пароля можно узнать обалденный секрет. Ну, вы понимаете, все это строго между нами. Да-да-да. Звучит неплохо. Ладно, беру. С помощью этого пароля можно узнать обалденный секрет. Ну, вы понимаете, все это строго между нами. Лады, покупаю.
Так, а сколько здесь вообще паролей? Мы только что получили этот пароль, но что за тем портретом, я понятия не имею. Ладно, идет. Ладно. Сейчас все всрём в этом казино. Но это мы можем вообще-то. Это очень ценная коллекционная карточка. Ладно, идет. Это очень ценная карточка. На самом-то деле мне вовсе не хочется с ней расставаться. Там соседи сверху что-то жёстко. Отлично, делают. Договорились. О, Гарри, эта карточка совершенно особенная. Просто бесценная. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. Мы только что получили этот пароль, но что за тем портретом, я понятия не имею. О, я это беру. Джордж, ты уверен, что хочешь это продать? Так, ну все, у меня больше неплохо. Нет. Ладно, беру. Еще 32 осталось. Ага, все. Извини, Гарри, но у тебя слишком мало волшебных кексов. Ах ты, сука. Да за что ты так? Пойду кексов куплю. Вот видишь, Фред, я же тебе говорил, что у Гарри отличный вкус. Да. Ладно, идет. На этот бери их по одному, надо спрос. Покупать. Лучше бери сразу, а то через пару часов все уже раскупят. А можно сразу несколько взять, нет? Капец! Лады, покупаю. О боже, это на вечность. Гарри, ты только посмотри, какое качество. Ведь классная же штука. Отлично, договорились. Гарри, ты только посмотри, какое качество. Ведь классная же штука. Ладно, идет. Ладно, да, пойдемте за портреты сходим, может, там Рили. Все есть. Фортуна майор. Если мы хотим узнать, что у меня нету. Нужно купить пароль в лавке. Я что тебе говорить, блин, подожди, блин. Там. Куда я? Я не туда хотела. Блин! Чё, на шестой-то сразу? Ладно. Робин Бобин Барабек. Ау, нифига. Хапл Пафос. Всё нормально там, нет? С гостиной. Карточку дали, кайф, супер. А это не Хапплпаффская? Ну ладно. Робин Бобин Барабек. Грязнуля. Грязнокровка. Алахамора. Эй, Гарри! Ля-ля-та-паля. Алахамора! 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 Как же хорошо-то. Я не буду с тобой разговаривать. Понятно? Я не знаю, кто ты. Кто ты? Так.
У нас по-любому есть еще пароли. Так, ну это не то. Немножечко. Это жесткое, да? Депульсо! Депульсо! Чё я один-то зашел? Друзья кинули меня. Пароль не купили, слушай, ну да. Риктусемпра. Так. Что-то маловато. Вижу. Жижу вижу. Дирижабль. Так. Опа, ребят, мы здесь все. Как хорошо. Люмос! Нифига здесь. Депульсо! 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 Пустышки. Депульсо! Ага. Поняв. Не поняв. Дирижабль. Так. Так, ну это мы выйдем снова сюда же, да? Да? Ну, нифига себе тут. Я не прыгала. What the fuck? Харидент, привет. Ой, там ништячков, там. Ты посмотри, красота какая. Красотища какая.
Так, в подземельях есть такие портреты? Люмос! Получилось вообще с первого раза ни разу. Ага. У меня, по-моему, нет пароля. А, нет, есть. Что, Пасха, что ли? Воистину. Ребята, вы там будете? Ну ладно. Алахамора! Алахамора! Спонгифай! Алахамора! Спонгифай! Опа, карточка. Алахамора! Алахамора! Две одновременно, да, все. Риктусемпра! Да нормально, даже не попали ни разу по мне. О. Нет! Да за шо? Придется возвращаться, чат. Да капец! Спонгифай! 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 О! Так. Этот герой не стримит, этот Дарквуд не проходит сегодня. Хоть тут Алхамор и Гарри. Действительно. Эй, Гарри! Что такое? Будьте здоровы. Спасибо. Люмо! Риктусемпра! 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 Вбиваю в поисковике фильм «Гарри Поттер», пишу жанр фэнтези детский. Да, особенно последние части детские вообще. Там один из портретов зашакален дико, и, возможно, придется снова танцевать с бубном, чтобы пройти до конца. Это какой? Пока вроде все норм. Так. Обдирала свои коронавирусные волосы чуть-чуть. Ну, половина посидела, половина, блин, выпала. Так.
вроде бы. Тут вроде бы. Депульсо! Депульсо! А ведь кто-то все раскладывает. Так, блин, Филч бедный все по сундукам раскладывает. Депульсо! 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 И вот наоборот уже 10 лет с короткими была, решила отрастить его. Удачи! На карте можно смотреть, найден ли секретки на локации. О! Спасибо. Ты как, Гарри? Не хочешь еще разок выполнить практикум? Ты хочешь еще раз выполнить практикум по карте ретракту? Что-то я в проход не попаду. Плечи, знаете ли, да? Так. А как секретики отображаются? А как секретики отображаются, непонятно. Так, ну сейчас мы идем на 8-й. В любом случае, надо купить пароли. Звездный свет. Рели, так вот почему у меня волосы седые стали. Я думаю, что фигня, это корона. Я не знаю, от короны это или нет, или от стресса. Но я уже несколько у себя седых волосков там понаходила. Фортуна майор. Такое себе. Я их все оперативно выдрала и сделала вид, что никогда такого не было. Привет, Фред. Привет, Джордж. С помощью этого пароля можно узнать обалденный секрет. Ну, вы понимаете, все это строго между нами. Хорошо, договорились. Вообще-то, обычно мы такое не продаем. У меня эту штуку мы достали в ужасно тайной комнате. Я отрезала их, была коса до пола, стала по попу. Ну, по попу тоже не короче. Отлично, договорились. Так. А все, ребята, у вас что, больше ничего не продается, да? А, Гарри, эта карточка совершенно Гарри. Особенная. Просто бесценная. Собери все остальные как карточки помню, из этого набора, сюда, и она достанется тебе даром. Окей. Фортуна майор. Перекати поле. Вы про эту говорили картину, да? Фортуна майор. Она не открывается. Перекати поле. А как ей открыть? Не работает чат. Перекати поле, сука. Мне пароль неправильный продали. Визгли! Фортуна майор. Перекати поле. Открылось. Изи. Визгли испугались, короче, что я на них в суд подам. Они же не зарегистрированы, как ИПшники. Ну вот и все. Рикту Сэмпра! Вообще легчайшее, даже не прочувствовала. Спонгифай! Депульсо! Визгли, ты что здесь забыл? Шел отсюда. Так, а что я здесь? Ага. Алакадора! Вау, кошечки, кошечки, чуть не обосралась. Извините. Депульсо! Чё, карточку не дали, да? Ой, жмоты. Дали? А, дали? Блин, ладно тогда. Извините. Правтыкано. Так. Где еще портреты есть вот эти? О, Гарри, иди сюда! Что тебе надо? Вот что тебе надо? Вот что тебе надо? Ну, привет. Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию?
Давай. Лады, покупаю. Спасибо за сделку, Гарри. Так, еще где-то должна быть одна такая картина. Карточку купить не желаешь? Я же два пароля купила. Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Капец, у тебя память, конечно. Звучит неплохо. Ладно, беру. Вот, Гарри. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Если а сколько их надо? 80? Так у меня есть кое-какие карточки на продажу. Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию? В подвале будет картина, которую нужно будет купить код. Но я уже купила. Звучит неплохо. В случае, ладно, если беру. Пройти все и дверь спасибо в конце не откроется, сделку, придется ее узать щиты. Я не знаю, сработают ли они. Гарри, карточку купить не желаешь? О, я это беру. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Ладно, идет. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Капец, у него сегодня пир на весь мир будет. Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. 80, охереть. Хорошо, договорились. Ну что, Гарри, хорошая сделка. Да, естественно, это сегодня, я смотрю, бухаешь, да? Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Лады, покупаю. Капец, вот, у него там цены уже. Эй, ребята, вам случайно карточки не нужны? Рон, можно отойти, блин? Лады, покупаю. На здоровье, приятель, карточка твоя. Монополист. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Отлично, договорились. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию? Отлично, договорились. Спасибо за сделку, Гарри. Угу, на здоровье. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Блин, а можно каждый раз вот это вот не рассказывать мне? Да, ладно, покупаю, я зачем к тебе подошла? Просто так? На здоровье, приятель, карточка твоя. Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. Подрезал. Сволочь. Ладно, идет. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Пенду не отобрали еще? Отобрали вообще-то. Эй, Поттер, ты коллекционные карточки покупаешь? Хорошо, договорились. Вот, Гарри. Вы собираете карточки? Могу предложить одну очень редкую. Звучит неплохо. Ладно, беру. Так, сейчас все тыкву. На здоровье, приятель, карточка твоя. Гарри, карточку купить не желаешь? Звучит неплохо. Ладно, беру. Удачи, Гарри. Ладно, до встречи. Интересно, Гарри, они у него заканчиваются? Карточку купить не желаешь? Хорошо, договорились. Блин, все тыкву, ну сейчас что, кончится, рили это. Скорее у меня тыква кончится, чем у него карточки. Гарри, не хочешь пополнить свою коллекцию? Ладно, идет. На здоровье, приятель, карточка твоя. По второму разве нет? Не знаю. Все, я отобрал у него все карточки. Эй, а у кого мне покупать? Слышишь, вернись. Сволочь ты эдакая. Морской змей. Смертный ужас. Так. Воистину. Так, ну это мы открывали. Это мы открывали. А где еще в подземельях вы говорили портрет? А тут нету больше. О чем меня обманывали?
зачем меня обманывали? Да, тыквы в саду Хагрида сбивала. Может, просто на первом этаже где-то? Так, ну тут нету. Так, ну пойдемте по порядку. Все секреты. Тришка. Не-не-не. Мы же купили два пароля. Вот у нас еще один остался, неиспользованный. Так, вот это, да, это мы проходили. Дирижабль. Да-да-да. Депульсо! 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 Так, тут картины не повесили. На седьмом этаже не чек, но я на седьмом. Ой, подожди, вот это. Серп луны. Мы здесь были. Зеленый сыр. Фу. Морской змей. Ага. Конек-горбунок. О, спасибо, чач. Депульсо! Алахамора! Депульсо! Алахамора! Депульсо! Нет, нет, нет. Депульсо! Депульсо! Спонгифай! Депульсо! Ого! Ого! Нормально. Книги. Ладно, я думала, вон там еще что-то будет. Но я тут ничего не нахожу. Так, хорошо. Мантикора. Ну, портреты мы все посмотрели. А где же еще? Надо, может, свет. Еще у кого-нибудь купить. Тогда эти квизы зайдем. О, здорово, чел! А, тебе пофиг уже, да? Фортуна майор! Что осталось еще пройти? Да ничего. Надо. Привет, просто Фред. Эту карточку Привет, забрать. Привет, Джордж.
Серьезно? О, Гарри, эта карточка совершенно особенная. Просто бесценная. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. Так, мы все прошли. Алахамора! Ну вот, осталось карточки дособирать. Проверь лестницы. Фортуна майор. Где начинаются? Фортуна майор. Ксюх, здорово. Что здесь? Мы здесь уже были. Что здесь проверять? Здесь ничего. Здесь нет ничего. Нашла секрет помощи. Ну, секрет нашла, теперь осталось карточки дособирать. То есть пароли все, картины с паролями мы увидели. Мы туда проникли. Но карточки у нас еще не все. Надо барыгу кого-нибудь. Депульсо! Депульсо! Опа. Спонгифай! Алахамора! И все! Отстой! Опа, отстой. Так. Барыги! Эй! О! Здорово, что продаешь? Нихера ты не продаешь. Так, это эти тут стоят, ждут меня. Покажи, как. Какие карточки? Вот. Чудовища у меня не все. Одна карточка знаменитых волшебников у меня не все. И две вампирские. О, девка-робот. На карте где-то должен быть объект секретов на локации. Где это должно быть написано? Не вижу я нигде такого. Ничего здесь не написано. Да, на тренировочном занятии все собрали. Или в меню. Так, ну пароли все собрали. Тут все собрали. Тут все собрали. Где жизни? А, о! Это вот здесь, да? Ага. Ладно. О, карточка. Так. Еще два. Так, ну там сразу летать, да? По-моему, да.
О, я здесь вообще не была, по-моему, да? Алахамора! Люмос! Депульсо! 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 Что дальше-то? Депульсо! Вы слышали про профессора Люпина? Говорят, да, будто он оборотень. Да, отвянь ты, сучка. Представляете? Депульсо! 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 Я вообще змею не видела, наверное, это вот это. Депульсо! Угу. Блин, это барсук. Чё, время кончилось? А где лев-то? А где лев? А, лев-то вот тот, наверное. Угу, да, лев-то вот тот. Ну да. Депульсо! Депульсо! Да в смысле? Как поживаешь, твоя коллекция карточек? Сраная скамейка, ты, блин, еще задрала меня, что ты меня перебиваешь, блин, в смысле? Скотина, заткнись, блин, пошла в свой Рейвенкло сраный и сидишь, учись там. Не мешай, блин, Гарри Поттеру тут делами заниматься. Мразота. Депульсо! 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 Все я сделал. Так. 71. Нужно еще 9, ёпарасоте. Никто не продает, нет? Можно купить? Я хочу купить ваши карточки. Депульсо! А все. Люмос! Что дает Люмос? Что он тут такого дает? Это мне куда? С Люмосом. Не вижу я. Люмос!
заметил. Это было грубо. Не, ну а чё она мне мешала? Люмос! Я мне повылазил. Я не знаю, куда она мне направляет. Так. Ой. Все еще два секрета здесь. Депульсо! Так, ну здесь там уже. Депульсо! 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 Алахамора! Ну да. Смотреть не вступит. Ой, не знаю. Это было очень грубо. Не ожидал, что ты поведешь себя так с неудачниками. Можно было бы помягче. Мой чат так не говорит. Не, мой чат не чат Артура. На выходе в лес, чтобы открывать стены в коридоре, что ли? Вот там? Свет нужен на мосту. Ой, куда это я попёрлась? Ну ладно. Нет, тут мы уже все сделали. Снем еще раз. Ну все, там не получается. Люмос! На мосте. Справа от входа в школу. Ну вот вход в школу. Вау! Благодарю. Так. Еще один секрет. Где ты, сука? Чат. Кто-нибудь знает? Вот она память. Да. Карточки-то нужно все собрать. Мост за рыцарями. За рыцарями? Что за рыцарями-то? Мост за рыцарями, это какой? Вот этот мост? Ага, ничего себе. Алахамора! Алахамора! Офигеть. Спасибо, чача. Так, 6 из 6. Тут все, ну здесь не было карточки. Так,
Так, 2 из 4. Господи, боже мой. Кого нам не хватает? Так, нам не хватает вампиры. Вампиры, один знаменитый волшебник, ну и вот эта вот карточка. Ты, блин, ничего даже не продаешь, да, сволочь? Два из четырех это в принципе в замке или, или конкретно на этом этаже? Так. Во-первых, три из пяти Роном допройти можно. В смысле, Роном допройти можно. Мы Роном все прошли, что могли. Блин, я уже устала, если честно, пипец. На задание Рона должно быть. Перепроходить. Ой, что-то чат, что-то так душно, что-то я так не хочу, если честно, больше. Зеленый сыр. Так, мы ту карточку все еще не можем получить. Звездный свет. Фортуна майор. Привет, Фред. Привет, Джордж. Так, видимо, нет. О, Гарри! О, челы, совершенно душные. Просто бесценные. Собери все остальные карточки из этого набора, и она достанется тебе даром. А можно я за нее заплачу? У меня, блин, 3000 бобов. Нахер я их собирал? Фортуна майор. Ой, чатик. Давайте мы, да, или перед четвертой частью дособираем, или вообще хер забьем. Че, блин, так не хочется мне сейчас эти карточки собирать, вы бы знали. Давайте я вот здесь вот, майор. Сохранюсь. И мы тогда с вами решим попозже, перед этим, перед четвертой частью. Вот, вроде можно как-то смотреть по региону, что именно. Нужны вампиры, они на задание Хрона, не продаются. Спина, ну да есть, ну не спина, шея. Шея сейчас класснет жестко. Так, перед тем, как уйти, я все-таки вам напомню, чатик, что вы можете перейти вот здесь внизу по баннерочку. Вот здесь такой красивый баннер. Переходим и смотрим на нашу прекрасную клавиатуру от Mad Catz. Вот, все характеристики, цены, все тут есть, все, что вам нужно, чатик. Не забываем, прекрасная, хорошая клавиатура. Да, не очень дешевая, зато очень хорошая. У меня нареканий к ней нет. А насчет доставки, кстати, я хотела посмотреть. Доставка. Так, уходите, пожалуйста. Доставка по Москве области, доставка по России, доставка почтой России. По России. Да, наверное, только в Россию все-таки. Да, видимо, только по России. Но это конкретно в этом магазине. Да, я думаю, что эту клавиатуру можно найти в каком-нибудь другом магазине.
и в украинском в том числе. Вот. Ладненько, чатик, буду с вами на этом прощаться, пойду отдыхать. Что-то, да, немножко шея у меня подустала. Вот, отправлю вас к Тёмочке. Что там Тёмочка? В Bloodborne. Тёмочка все еще страдает. Надо, чтобы он уже прошел сегодня Bloodborne, чат. И начал Секиро. Давайте его там поддержите. Чтобы он все прошел, чтобы сильно не мучился. Вот, чтобы он там не расстраивался и все дела. Вот, следующий стрим, наверное, проведем по Ведьмачку. Я так думаю, перед четвертой частью Гарри Поттера надо вспомнить Ведьмачка. Но это так, предположительно. Все, чатик, спасибо огромное, что пришли. Большое спасибо вам за переподписки, за подписки. Большое спасибо за компанию. Оставайтесь такими же прекрасными, замечательными, красивыми, умными, здоровыми, сексуальными людьми. Ну а с вами была я, Таня. Всем всего хорошего и всем пока.